Всем привет, дорогие друзья! С вами Жмыгвин Ганлюша Мэгги. И сегодня мы поиграем в новую игру под названием The Great Perhaps. Собственно говоря, называем... Воздух сильно загрязнен. Снимать скафандр не рекомендуется. Ага. Это все какой-то дурной сон. Так, отлично, так, что... Ладно, что делать? Для начала не снимать скафандр. Е собирать, типа, да? А, или катить? Ага. Так, хорошо. Не, хорошо, что здесь есть озвучку. А, утопили и прошли, все, понял. Хорошо, что здесь есть озвучку. И, собственно говоря, вот такая... Опять, как, собственно говоря, на моем канале двухмерная. Здесь есть кто-нибудь? L9, попробуй найти людей. Да. А подожди, я туда могу пройти, нет? Хорошо. Ну, собственно говоря, предыстории или истории я вам никакую не расскажу. Мы вот как бы попали и попали. Значит, мы можем взять Мишкуса. А там кого-то похоронили, да? Это какой-то ребенок. Ага. Черт. Черт подери, он сказал. В радиусе 1000 километров найдена одна сигнатура живого человека. Всего одна? Ладно, давай найдем ее. Я умею бегать и прыгать, отлично. А, собственно говоря, мы вот... Это какое-то предисловие, видимо, какое-то должно было быть. Как только найдем этого человека, поставь следующий маршрут к моему дому. Вы уверены? Да, я уверен. Куда же мне еще идти? Хорошо. Да, значит... Человек, которого мы ищем, находится внутри этого здания. Отлично. Надеюсь, у него есть что рассказать. Свобода, равенство и братство. Забудь свое... Никогда не забывай своего источник прошлого. Сигнала в радиусе 20 метров. Что это? Какой странный фонарь. Опа! Вы не знаете, что случилось? Это галлюцинация. Я сошел с ума, да? Господи, что это? Что это за товарищ? Получится использовать фонарь? Да, отлично, я не сошел с ума. Фух, вроде удалось сбежать. Что же это было за существо? Так, L9, пойдем домой. Анализ показал наличие тоннеля, ведущего в город. Отлично. Через него и пойдем. То есть мы между, короче, как бы прошлым и настоящим, получается, бегаем. Похоже, это как повреждено. Получается, что так, да? А, слушай, надо было посмотреть этот же. Стой, а дай-ка там наверх, может там дверь я смогу открыть. Да, вот, дверь открыли. Тут ничего нет, что ли? Это может пригодиться. О, это что такое? А, лампочка какая-то, зачем? Лампочку в фонарь нельзя? Похоже, дверь повреждена. Лампочку. О! Это может пригодиться. Так, либо лампочку, либо... Эту систему нужно запустить. Я смогу поехать на тележке. Ага. Так, сейчас, подождите, ребят, что-то не понял пока. Зачем мне эта гантелька? Не гантелька, а это шестеренка, да, какая-то? Видимо, нет. Так, сейчас, подожди.
А лампочку-то зачем мне? Тоннель очень длинный. Не советую идти пешком. Хорошо. Прощаемся. Так, сейчас, подожди, надо, значит, что-то придумать с этим. Вот с этой штукой. Так, подбери. Кинуть, а куда кинуть-то? Я не хочу. Подожди. Лампочку никуда нельзя вставить же, правильно здесь? Что он сказал, если я ее толкну, но мне нужно нажать на этот, на рубильник. А, вот смотри. Оп. Тихо. Вот. А, головоломки. F крутить. Так, от одного нужно запитать другое, правильно? А что значит сквозно? Блин. Тут еще нужно на время, короче, типа. Да? Так, сейчас так F крутить. Что мне нужно запитать-то? Так, короче, головоломки. Головоломки я люблю, это хорошо. Подожди, а как кинуть это говно? Вот сюда можешь кинуть. Подожди, давай пойдем заберем эту лампочку. А где я лампочку кинул? Тут же была где-то лампочка. Я был в лампочке? Я же был, у меня же была лампочка. Или я что-то путаю, подожди. А, вот лампочка. Подожди, лампочка в одном измерении. Да не надо, ну хорош. Так, лампочку отнесли, хорошо. Так, и чё? Да. Я забыл, что F. Ага. Все, работает. Да? Ой, а как выйти-то отсюда? А ен выйти. Так, все работает. Так, все работает. Теперь мы берем шестеренку. И, короче, нужно шестеренку куда-нибудь всандалить. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Так, погнали. Входим сюда. Рычаг нужно опустить, когда я уже сяду в тележку. Попробуйте что-нибудь бросить. Хорош. Так, ну да, разгадали все. Ну, в принципе, было несложно. Но с таким темпом мы долго будем играть. Я не знаю, что это и как это работает. Но, может, с ним я смогу все исправить. Так. Дверь. Ага. Теперь можем зайти. Отлично. Нужно добраться до станции. Подожди, а туда я не могу, в ту сторону? Не могу, все. Вот 800 грамм, чё? Подожди, я здесь? Осторожнее. Л9, просканируй местность. Займусь этим. Угу. Так, а, мы просто завал, короче, понял. Это серия метро, только двухмерная. Или не понимаете? Осторожнее. Ай! Я же нажал, но я нажимал, но это неправда. Да но я нажимал, это неправда. Метро? Отлично. Нужно добраться до станции. Я нажимал на Q, он мне врет. Я переходил через... Осторожнее. Да я нажимаю, блин. Ну дай сейф
Хорошо, я понял, я мертв. Дай сейф сюда. Метро? Отлично. Добраться до станции. Здесь может пригодиться фонарь. То есть мы, да, короче, через прыгание реальности в будущем и в прошлом, короче. Осторожнее. Элнайн, просканируй местность. Окей. Так, еще поезд едет, ага. Так и что она просканировала, и что? Здесь жили люди? Есть кто живой? Анализ показал одно живое. Существо. Осторожнее. Да, да, да это такое, это без всякого вообще. Опять с самого начала проходить, реально, вы прикалываете? Ну ёб твою налево. Бесячее говнище. Здесь может пригодиться фонарь. Да пригодится-то он пригодится, то толку-то от фонаря. Элнайн, просканируй местность. Принято. Осторожно. Едет? Да! Это конец. О боже мой, мы, короче, никогда не пройдем это задание, ребят. Никогда. Отлично. Нужно добраться до станции. Элнайн, просканируй местность. Хорошо. Так, едет. Чайку немножко, да? Едет, так, проехал. Погнали. А, стопэ. Назад. Ты же можешь забраться, мама, можешь. Мам. И что, там ничего не будет? В смысле? А как... А! А, ну да. Ничего нет, а зачем ты это так сделал? Ну ладно. Я думал, что-нибудь там подобрать вкуснее. Ну, в смысле? Здесь жили люди? Есть кто живой? Анализ показал одно живое существо. Так, прошли это говнище, чтобы нас поезд не сбил. Так, что там у нас? Угу, дверь какая. Похоже, эта дверь повреждена. Здесь нужен ключ. Ключ нужно найти. Так. Ух, успели, да? Вроде как. Короче, вот здесь надо все время пихаться. Ну, пихаться. Короче, сюда бегать. Нужен ключ, хорошо. Осторожнее. Ну я же, ну я же... Боже, как же это бесит. Серьезно? Я с самого начала сейчас буду? А, нет, слава богу. А! В смысле? О, нет. В смысле? А что произошло? Что за бред? А подожди, а вот эту хрень я не могу открыть? А вон ключ наверху, по-моему, нет? Так, хорошо, подожди, значит, мы не можем... Там, короче, какое-то животное. Я уже испугался. Короче, здесь какое-то животное висит. Его не надо трогать. Да? Ага, какая-то ёпти. Иди нахер. Иди нахер! Она будет за мной бегать? Не очень бы хотелось, чтобы... Так, что у нас с фонарем? Опа, менты. Нужно поднять этот заслон. Какой заслон? А? Поднять заслон, хорошо. Мне нужен какой-то этот... Бз-бз. Понял, так... Значит, давай-ка туда, менты. Менты меня не устраивают вовсе. Ключ есть. Это в том ключ есть. Так, а вот в этом. В этом измерении здесь ни хрена нету, да? Почему? Ничего нету. Видишь что-нибудь? Я ничего не вижу. Походу нету здесь. В этом измерении. Тогда. Делаем так.
Берем ключару. Больше ничего здесь нету, да? Входим сюда. А, ну идем, наверное, в этот, в ключару. Открываем ключару. Но там волк. Берем в этом эту хрень. Берем эту хрень. Берем эту хрень, поднимаем там заслонку. А как там с ментами сделать тогда? А, ну правильно, я вот в этом измерении сделаю. Не-не-не, я успею. Открываем. Здесь только таракухи. А вот эта штука, да, все понял. Логика. Логично. По-моему. Похоже, дверь повреждена. В смысле? Понял. Так, давай быстрее, пока поезд не приехал. Нужно перепрыгнуть этого волка будет. Да? А я до станции успею или нет? Ебать. Ну! В смысле? Прикольно. Это конец. Какая бредятина. Ну ладно. Так, чё, подобрали говно? Чем это говно? Дверь повреждена. Осторожнее. Нет, собака-тварь! Нет. Вот этот, слышь, L9, а ты можешь раньше говорить осторожно? Я не успеваю на Q нажимать, реально. Чё за бред? Ждем, короче, здесь стоим, ждем этого поезда. Осторожнее. Нет, реально, короче, это метро, только в двухмерное метро. В смысле, еще один? А. Осторожнее. Хорош рычать, не пить. Так. Значит, сейчас мы зайдем сюда. Нужно поднять этим. Понял. Так. Что с ментами делать? Так, поднимаем. А, просто заслоночка такая. Яры стоят тут. Так. А, это следующая часть. Отлично. Опа, бабка. Бабка злая, видно. Опа. Бэтмен? Так. Это какой-то бред. А что это у них тут за прикол? За прикольчик. Бабка злая даст по хребтине? Вроде пока нет. А, у меня кончается заряд. Зафиксированы подземные толчки. Амплитуда минимальная. Не, подожди. Ага. Вот, я могу влезть в эту хрень. Опа! А фонарь не будет работать, да? Здорово, брателла. Чё надо? Есть чё у тебя? Чем поживиться, нет? А зачем мне это? Фонарь здесь не работает. Просто такая локация, как локация. Хорошо. Так. Твою мать. Вы мертвы. Так а зачем мне тут клоун-то, если там не работает это время? Да ладно, опять столько бежать. Это какой-то бред. Да, это какой-то бред в натуре. Это все так, это все правда. Так. Это говно не работает. Там какой-то кратер. Который я не могу обойти. Твою мать, быстрее. Фиксированы. О. Подземные толчки. Амплитуда минимальная. Подземные толчки, короче. Так, а здесь что у нас? О, ключарский у него есть. Ну-ка, водки есть. А, ключ. Понял, так, уходим.
А, клоуну занести этот, все понял. Ну, в смысле? Обманула дурака на 4 кулака? Эй, ты что творишь? А ты попробуй догнать. Отдай ключ немедленно. Отдам ключ только за подарок. Я с тобой торговаться не буду, отдай. Все, я понял. В смысле, опять? Здесь у нас бутылка водки. А, бутылка водки для кого-то. А что еще у нас было? А вроде больше ничего не было. Я только поднял баллон и бутылка водки здесь. Так, погнали к этому. Клоуна, наверное, нужен. Ага, это этой письке отдать можно. Так. Подходи, выиграй приз. Так, сосисуль. Не-не-не-не-не, слышь, стой. Хорош. Заходим. Мне очень нужен шарик. Мне нужен новый баллон. Ах ты скотина, баллоны спиртом. А спирт зачем? Что бы ты спросил? А ты сам как думаешь, зачем мне спирт? Не. На. Я ему отдал баллон, да? Правильно? Так, погнали до этого. Короче, в этом будущем, типа, или в настоящем, или в каком-то, я не могу долго ходить, короче, как это. Только сегодня, только сейчас, выиграй медведь. С праздничком, здоровушки. Бутылка водки нашли. Ой, ёб твою мать! О, нет. Твою мать, тут еще и такой прикол есть. Да, прикольно. На, брателло, держи. Тут еще и крот, короче, есть, который вылазит и кусает меня за попку, да? Прикольно. Так, хот-дог не понял для кого. Только сегодня и только сейчас. Тихо. Медведя. Так. Тут что был? А, тут был бутылка водку. А вот это тупый. Должно успеть, по идее, да? С праздничком. Праздничком. Подходи. Так, у нас еще есть леденец, хот-дог и какая-то хрень там, да? Этот. Как его? Какой-то листочек. Сейчас узнаем, что это. Не-не-не-не-не. На, держи. Оп. Шаро. Давай шаро сюда. И уходим. А, нет, не уходим. Мы делаем вот так сейчас. И идем вот по-быстрому, короче, чтобы успеть. Шарик, а, может быть, этому пню нужен? Подходи, выиграй приз. Нет. С праздничком. Здорово. Девочке, может быть, нужно будет отдать этот шар. Шаро. А здесь мне шаро нигде не понадобится. Ну то только я взял водку и эту, да. Эй, отдай ключ. Отдам ключ только за подарок. Она мне нравится. Надо что-то с этим делать. Нужен ключ. Так, только за подарок. Короче, этот не похупа понял. Меняться будем? С праздничком. Угощайтесь, дорогой. Сегодня все бесплатно. А сегодня все одно? О, он отошел. На, подарок. Как я кинуть подарок? Нужен ключ. А, может быть, слушай, может быть, надо сделать вот так? Меня... Как тебе такой подарок? Не-а. Скотина, тварь. Я только думал, крот только в одном месте появляется, а эта падла не только в одном месте появляется. Так, пойдем шарик. Праздничком. А как шарик кинуть? Он же улетит. Нет? Или здесь не работает это? Эй,
Эй, лови шарик! Вот это другой разговор! Ключ мой, алё! Псарь! Почему ничего не работает? Алё, Так, там еще была сосиска, короче, да? Ой. Тихо. Это что-то там не то, там нельзя ходить, короче. Да? Да. Или можно? Я же в скафандре. А, я тут закрыт. Все. Нет, давай не будем. Не будем искушать судьбу. И пробежим до момента. Вот здесь. Впереди множество разломов. Самый короткий маршрут до дома через крыши. Через крышу, понял. Так, вот новая часть начала. Так, здесь у нас что? Общежитие. Да, и там этот... Усатый пес не пускает в общагу. Так, есть... еще есть лифт. Ну ладно, пойдем. А где я? Ваня, блин, чего тут развел опять? А ну давай в палату. Ты не понимаешь, это более шедевр. Ванька. Так, а здесь что у нас? Ага, повешенные. Видимо, Пушкин с Дантесом, да? Или нет? Нет. Это Пушкин? С чего я взял вообще, что это Пушкин? Не знаю, просто что-то взбрело в голову. Так, давай на второй. Так, давай-ка на второй. Что тут есть вообще? Мне нужно, чтобы как что-то схватить, какой-то предмет. Опа. Ой, ёб твою мать, извиняюсь, ребят. Конец. Я что-то перепутал тот мир с этим миром. Да, я лошара. Так, значит, мне нужно... я на втором, я бегу до этого говна, короче, сейчас. Буйный, что ли? Пора спать. Блин. Перепутал. Мы до мух сейчас дойдем, подожди. Где-то здесь мухи были. Или это... Во! Банка с соком? Что это я взял такое? С чем мне это говно? А, подожди, может быть, что-то дорисовать я могу, не? А здесь нет мух. А, вон наверху мухи. Я на третьей уже, что ли? А, да, я, наверное... Короче, тупанул. Ну, бывает. Сейчас так, значит... А, да, на третьем я уже бегал. Весело, задорно. Так, погнали на третий. До мух нужно, да? Так, этот ушел буйный. Чё надо? Что? Вы зовете меня? Мужик, помоги. Докати меня к 11-й палате. Расскажите, как можно попасть на крышу? Значит, на крышу хочешь? Что ж, я знаю как. Но скажу только, если поможешь. Ладно, давайте попробуем. Ничего не делаю, отстань. Тихо-тихо, муха, отстань. Так, у нас сейчас, вот ты отойдешь, короче, я его дотолкаю. А 11-я палата, это, блин, это далеко. Вас не удивляет, что я появляюсь из ниоткуда? Да я тут и не такое видел. Понятно. Тихушечка, я думал общага. Тикай, вертуха идет. Я тебя сейчас успокою. Так. Подожди, а что мне с этим красным делать, вертухай? Идем сюда. Давай здесь проверим, что здесь есть. Может быть, здесь тоже что-нибудь такое будет интересное, что... А, муха... Блин, я что-то сэканул. Муха же не может перелететь. Правильно?
Так, ну здесь ничего пока не вижу, чтобы валялось, что-то можно взять, поэтому пойдем, короче, этого дотащим. Уже тогда до низу, да? До низу. Так, вот этот вертухай. А, 11-я палата это где? Ты чего тут? Да бесишь, слышь. А там, наверное, там. Не-не-не, выйди. Блин, 11-я палата-то где, подожди. 14-я. Вот это, что ли, не вижу. А, нет, 13-я получается. 13-я. А, так вот до самого конца надо вести, ёпти. Хрена он пес. А как мне этих вертухаев-то? Что мне с ними? О, ну шо? Я понял. Да нет, нет, мы значит, мы правильно, можешь взять чего? Да, можешь. Так, и значит, мы его сейчас катим и. Нет, не, мы его не докатим. Так, брател, ну я тебя довез. Так что давай, рассказывай, как на крышатскую-то попасть. Ну так что, в чем секрет? Отлично, спасибо. Короче, слух сюда. Ключ от крыши на первом этаже у охранника. У него шуры-муры с сестричкой с пятого этажа. Тебе нужно их свести. Но как мне их свести? Сестричка любит подарки. Подложи ей что-нибудь. Она тут же побежит к своему любовничку, вот увидишь. А потом спокойно заберешь ключ. Ладно, я что-нибудь придумаю. Спасибо. Ладно, удачи, космический ковбой. А я пошел. Что значит любовничек? А я что подобрал красное? Это что такое у меня в руке? Это сойдет за подарочек или нет? Я какие-то в банке какие-то конфеты или что я там подобрал, да? Она живет на пятом этаже, вот это вот, да? А где ей можно подложить? Так, на пятом никто не живет, правильно? А, тут какие-то особо буйные, типа, да? А куда подложить ей? Куда-нибудь на стол? Разоралась-то. А чё я могу подложить сюда? Пс. На третьем этаже живет эта муха. А, может быть, можно проверить. Нет, нельзя проверить. Так, муха-цокотуха тут. Так, подожди, а что я могу найти? Подожди, а вот зачем эти пушки-то? Зачем подобрал эту вишню-то? Столовая, так. Ай! Нет. Столовая не работает, так. Ты откуда такой взялся? Палату спать, говорит. Да-да, да-да. Сестричка. Туалет. Так, подожди. А может быть на первом этаже что-то мы не нашли? Ну, пойдем посмотрим. А, вот они. Ага. А он-то где? А, или он? Нет.
Понял. Так, значит, подожди, ну я только что я могу подобрать, это вот эти вишни. Или что это, яблочки? Тебя кто выбрал? Скотина, тварь. О, нет. Подожди, а как подложить сестричке эту хрень? Так, сейчас, подождите. Ага. Так. Ну, пойдем сразу тогда на пятый. Колесо какой-то фортуны. Что-то тут еще. Нам на это не интересно. Нам нужен пятый этаж. Нужен ключ. Да понятно, что тебе нужен ключ. А как, куда я подложить-то? Подожди, может быть, я здесь еще чекал? Не, я вроде все здесь прочекивал. Подожди, может быть... Не, вот эти вишни нужно ей куда-то подложить, правильно? А куда подложить-то я? Слушай, может быть нужно кинуть, типа, нет? Нет, кинуть не получится. А вот эти штуки не открываются? Тоже, да? Блин, вот это загадку. Что нужно делать? Вот это загадку. Непонятно, что надо делать. А может быть в этих, вот здесь? Нет. Блин, уже раньше что-то подсвечивалось. А почему горит? Подожди, на первом этаже они вдвоем мертвые валяются. Пойдем, может быть, у нее как раз эта тема и валяется, правильно? Или нет? Что-то я туплю. Надо логику врубать. Логику врубай, я буду танцевать. Музыку. Музыку. Ну-ка. Нет, ничего. Вот здесь, короче, должно быть в загробном мире что-то валяться. Ну, в смысле, это, видимо... Дверь. Похоже, повреждена. Это повреждена. Ага. Твою мать, чуть не обоссался. Подожди, дверь повреждена. Стринская, туалет. Подожди, но мы нашли дверь, которая повреждена. Так, это меняет дело. Или не меняет? Дверь. Похоже, дверь повреждена. Так, это тоже дверь повреждена. Так, 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 так. Ок. Похоже, эта дверь повреждена. Так, подожди, наверное, вот здесь где-нибудь. Мух. Это что за дед спящий? У мух ничего не будет открываться. Нет, не будет. Так, может на пятом этаже что-то будет? Блин, реально какая-то... не понимаю пока, что надо делать. Скорее всего, что-то очень простое, но я не допетриваю пока. Вот здесь ничего нету. Нет, нет. Так, надо врубать голову. И, блин, вообще реально туплю, как не знамо кто туплю, да? Все уже... Пистолет какой-то. Вот тут ничего нельзя открыть, ничего не закрыть.
Нельзя в нее кинуть? Давай попробуем в нее кинуть. Блин, нельзя в нее кинуть. Подожди, что он сказал? Вот что это такое? Я не понимаю. Что это такое? В нее никуда ничего, никого. Пистолет какой, что? Здесь нужен ключ. А подожди, а в реальности? В реальности тоже нужен ключ? Нужен ключ. Тоже нужен. Понял. Так. Подожди, а что мы еще не были в реальной... Ты откуда такой взялся? А ну да... На втором этаже мы тоже же все прочекали, да? Да, здесь мы подобрали эти конфетки. Короче, я не знаю, что делать реально. Кто знает, пишите, потому что я... Я вообще запутался. Дверь повреждена. Может быть, на первом этаже я что-то не проглядел? Подожди. Ну, здесь одни завалы. Стреляем без предупреждения. Но нет. Ты где костюм такой достал? А я думал... Вы мертвы. А я думал, он этот... Короче, ребят, не знаю, что делать. Вот такая вот игра. Если понравилось видео, ставьте лайки. Напишите в комментах обязательно, что дальше делать, потому что я не знаю, серьезно. И вот. Если понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, то... Ну, а кому может быть понравится, если я тут туплю всю игру? В общем, вот. Всем счастливо, всем пока, с вами был Шмыга. Всем счастливо, еще раз. А, пока, я говорил, да, всем пока. Да, Шмыга, это игра, все, да, всем пока.